Встреча с первостроителями города, праздничные мероприятия в ТОСах, библиотеках, образовательных учреждениях. Эти мероприятия прошли в рамках празднования дня рождения Новочебоксарска. А завершилось оно 18 ноября во Дворце культуры «Химик». Здесь состоялся большой праздничный концерт «Город зажигает огни». Перед началом праздничного мероприятия жители и гости города смогли ознакомиться с уникальными творческими работами наших горожан, а также исторической выставкой. В торжественной обстановке горожан поздравили министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Викторов, глава Новочебоксарска Олег Матвеев, глава администрации города Ольга Чепрасова и другие. Впервые за 30 лет отремонтированы два участка дороги по улице Промышленная. Приобретено оборудование и проведен ремонт в третьей школе, в детской музыкальной школе, в школе искусств, в художественной школе и многие другие преобразования, которые, конечно же, невозможны без вашего активного участия. Низкий вам поклон за добросовестный труд, за воспитание подрастающего поколения, за сохранение традиций и истории нашего города. Желаю Новочебоксарску долголетия, процветания, всех благ! С праздником! По доброй традиции на сцене дворца чествовали ветеранов-первостроителей, самых достойных активных сотрудников организации предприятий нашего города, которые внесли вклад в становление и развитие Новочебоксарска. Также здесь прошло чествование почетных юбиляров семейной жизни, многодетных семей, молодоженов. Продолжился концерт красочными выступлениями талантливых артистов и коллективов Чувашии из самого молодого города республики. Поздравляем наш город с днем рождения. Пусть Новочебоксарск растет, развивается и занимает особое место в сердцах его жителей. Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.